размер 44 в нежно-голубом цвете. Будет со скидкой 20%. Так. Смотрите, например, такая вот джинсовка без рукавка. Последняя. Также будет со скидкой. Сзади вот такая надпись. Такая. Следующая вот такая джинсовка. Удлиненная. Здесь вот такая очень красивая вышивка. Очень-очень красивая джинсовка. Последняя осталась. Со скидкой будет 20%. Так, идем дальше. У нас есть много джинсовочек, которые остались в последнем экземпляре. Вот такая, например, джинсовка. Смотрите, какая сзади красота. Очень-очень красивая. Тоже будет также со скидкой 20%. Так. На такую погоду пуховик надо и штаны с начесом. Ну да, но у нас скоро обещают потепление. Мы очень надеемся и верим, что совсем скоро потеплеет, и мы сможем носить футболочки, шортики, платьишки. Так, футболка со скидкой зеленая с леопардовым принтом. Так, сейчас я вам... С леопардовым принтом. Смотрите, вот такая. Это размер 46. Она 800 рублей минус 20%. Последняя, которая осталась. 800 рублей минус 20%. Так, дальше. Джинсовочки. Вот такая, например, последняя джинсовка. Очень выгодная покупка. Приобрести джинсовку. Мне кажется, актуальны сейчас джинсовочки. Это размер 42. Будет минус 20%. Футболка, которая с леопардовым принтом, идет свободная. Расчет безналом, да, есть. Так, дальше смотрим. Смотрите, нашла еще брючки. Вот такая модель получается брючек с лампасами. Будет со скидкой 20%. И тут другая, похожая, но она другая. Тоже будет со скидкой 20%. Так, смотрите, футболочки я показала, которые у нас со скидкой. Эфирчик я сохраню, можете пролистать, посмотреть потом. Смотрите, например, такие брючки тоже, последние, будут со скидкой 20%. Я еще обязательно пробегусь по футболочкам, которые еще остались не по акции. Так, здесь получается все. Именно по акции получается все, да. А, вот еще, смотрите, юбка. Размер 46. Такая вот крутая юбка. Будет со скидкой 20%. Так. А, и самое главное, хотела сказать вам, что на все-все эти кожанки... Так, получается, на вот кроме черных они... Их две осталось. Вот на такую кожанку будет скидка 20%. На такую кожанку будет скидка 20%. В бордовом цвете. И на такую кожанку будет скидка 20%. Так, к сожалению, кроссовочки я не смогу сейчас показать, так как я нахожусь в другом бутике. Девушка вела прямой эфир, скорее всего, она там показала какие-то кроссовки. Но также вы можете нам написать в директ, и мы скинем вам абсолютно фотографии абсолютно каждой модели, какие у нас есть наличие, и поможем вам с размером. Так, давайте я вам покажу еще вот костюмчик есть тут, смотрите. Со скидкой будет он также 20%. Последний остался. Вот такая модель. Размер 46. Такая кофта идет. И вот такие штаны. Так,
Следующая модель костюма, также последняя. Смотрите, размер 42. Так, не отсвечивает. Вот, хочу показать, какая красивая ткань и как она красиво переливается. Фирма Speedway, турецкая. Может быть, так будет лучше видно. Вот, рукава у нее идут вот такие. Модель очень-очень стильная. На нее будет скидка 20%. Размер это идет S-очка 42. И вот такие идут штанишки. С такого же классного материала внизу на резиночке. Последний костюмчик остался вот такая модель. Также будет со скидкой 20%. Такие вот штанишки. Так, смотрите, дальше идет вот такой костюм. Здесь плечо будет оголенное, получается. Так, и вот такие штанишки. Так, дальше. Смотрите, такой костюм есть. Красный. С капюшоном сзади такая надпись. Штанишки идут вот такие. Это я сейчас показываю все костюмчики, которые остались последние, которые у нас будут со скидкой идти. Так, такая модель. По размерам можете спрашивать в директ, вам обязательно ответят. И вот такие штанишки к этой кофте идут. Так, дальше смотрим. Смотрите, например, такой костюм у нас остался последний. Он очень-очень круто сидит. Размер 46 остался. Будет со скидкой. Такие штаны. Так. Так, если я правильно понимаю, то этот костюм у нас, кажется, тоже последний остался. Хотя это вот совсем недавно его получили, и он уже у нас будет со скидкой 20%. Очень выгодная покупка. Такая кофта и юбка получается. Так. По акции я вам, можно сказать, все показала. Давайте пройдусь быстренько по футболочкам. Здравствуйте. Пройдусь быстренько по футболочкам, какие есть. Кажется, кто-то просил. Посмотрите. Такая модель. Вот такая модель. Мультяшная. Так, дальше. Вот такая модель. Так. Вот такая. Это все мультяшные такие прикольные футболочки. Так. Вот такая классная модель. Вот такая модель. Это уже я показываю не по акции. Футболки. Такая модель. Так, сейчас уберу цель. Фенди. Так. Показываю вам новинку нашу. Такая рубашка. Новая. Так, вот такая модель футболки. По размерам можете спрашивать директ, делать скрин. Мы вам с удовольствием ответим. Такая модель футболки. Также вот такая новая у нас блузка поступила. Такая легкая шелковистая ткань. А футболки не по акции у нас идут от 700 рублей до 1500. Средняя цена у нас футболок 800 рублей.
Вот такая модель. Здесь камни такие красивые. Так. Такая крутая модель. Классная. Следующая модель вот такая. Так. Следующая такая модель. Здесь идет кармашек такой. Так. Кроссовочки должны были показать в прошлом эфире. Так как я сейчас нахожусь в 7-м бутике, я, к сожалению, не смогу вам показать кроссовки по акции. Но эфир девочка сохранила, которую вела из 5-го бутика. Вы можете посмотреть. Вот такая футболка. Такая вот модель. Сзади она идет вот так. Такая интересная модель. Такая вот яркая, классная модель. Может, есть у кого-то предпочтение, что показать из 7-го бутика? Может быть, очки, сумки, шляпы? Может, кто-то хочет, чтобы показали в прямом эфире? Такая модель футболки. Так, и вот такая. Про скидку 50% я вам рассказала, про скидку 20% рассказала. В целом, про наши акции я вам рассказала. У нас также было поступление сумок. Есть сумки из натуральной кожи, есть сумки из эко-кожи. Сумок у нас очень-очень много разных. Всякие разные модели. Так, так вот пройдусь. Вы можете делать скрин, если вам понравилась модель, можете сделать скрин. И вот еще кепки у нас также. Очень большой выбор кепок. Вот такие крутые прям сумки из натуральной кожи на классику. Очень-очень классно. Так. Вот такие сумки. Вот это новые у нас сумки пришли из эко-кожи. Стоимость... Сейчас покажу вот так. Стоимость ее будет 2800. Вот такая модель. Классическая. Также есть в пудровом цвете. Вот такая новая пришла модель сумки. Также есть в белом цвете такая. Потом также мы получили долгожданные сумочки Louis Vuitton. Они по качеству очень-очень крутые. У кого еще нет такой сумочки, обязательно приходите к нам. Они прям очень классные по качеству и прослужат вам однозначно не один год. Так. Потом у нас пришли новые рюкзаки Gucci. Разные всякие расцветки. Летние. Так, потом вот такие сумочки Fendi из эко-кожи уже. И в таком вот ярком, насыщенном цвете. Очень крутой цвет. Так, вот такие сумочки пришли из эко-кожи, также разных цветов. Черный, красный. Louis Vuitton у нас, которые вот такие модели, мы их уценили. Они у нас сейчас стоят 4500 рублей. Так. Также вот разные расцветки. Вот такие сумки получили. Из эко-кожи. Очень удобно с собой носить. Кошелек, телефон влезет, если куда-то на прогулку идти. Так. Также вот такой рюкзак получили новый.
футболку очень-очень красивого цвета. Очень переливается, играет прям на свету. Так. Такие у нас новые модели сумок. Тоже очень удобные, классные. Вот такой в единственном экземпляре у нас. Такой вот рюкзачок. Очень-очень классный. Вот еще также другие расцветки рюкзаков. Есть вот такой вот белый. Есть пудровый. И есть черный. Вот со стороны еще покажу сумочки. Сумок у нас очень много. Это нужно вести отдельный прямой эфир и рассказывать про наши сумочки. Вот также здесь у нас сумочки. У нас есть такие модели из эко-кожи под Hermès. Есть Kelly, есть Birkin модели. Вот это очень классная насыщенная модель. Вот такие есть расцветки. Сумочки действительно вот эти очень-очень классные. Очень круто так с собой брать на прогулку. Самое то. Даже если, например, куда-нибудь на учебу, если у вас мало пары, нужна всего одна тетрадка, сюда влазит тетрадка, я проверяла. Вот. Цена такой вот, 2800. Очень приятная цена и очень классное качество. Очки. Очки в седьмом бутике у нас вот такие. Так. Сейчас. Все очки у нас по единой цене 700 рублей. Сейчас пробегусь вот так. Модели всякие разные. На любой вкус и цвет. Вот такие. Если вам какие-то приглянулись, то можете смело сразу приезжать, пока они есть в наличии. Такие вот. С цепочкой очков нет, к сожалению. Такие. Есть имиджевые всякие разные очки. Очень большой выбор. Вот такие. Интересные модели. Так. Вот такие. Так, и все. Все я вам показала. Заколки. Заколки есть у нас. Смотрите, у нас очень много заколочек. Всяких-всяких разных. Вот здесь у нас по 200 рублей заколочки. Вот здесь у нас по 300 рублей заколочки. Также всякие-всякие разные. На любой вкус еще остались. Также на них акция проходит. Она не заканчивалась. Акция при покупке двух и более заколок будет скидка на них 15%. Так, ну я вам показала, получается, все, что у нас сейчас по акции со скидкой 20%, все, что у нас со скидкой 50% в седьмом бутике, это вон там стойка, там с вещами. Если у вас возникнут вопросы, вы делаете, можете сделать скрин, я эфирчик сохраню, можете сделать скрин, узнать по размеру, узнать по цене. Мы с удовольствием ответим вам в директе. Прямоугольные, так... Прямоугольное что-то вроде такого. Так. Или вот что-то вроде такого. Заколочек много разных на самом деле. Также у нас есть новое платье. У нас есть новая коллекция летних платьев. Очень классная, сарафанчиков. Приходите, примеряйте,
Мы с удовольствием поможем вам определиться с выбором. Я желаю всем хорошего вечера, завершая свой прямой эфир. Напомню, меня зовут Ксения. Прямой эфир был с Ленина 22, 7-го бутика. Эфирчик сохраню, смотрите, задавайте вопросы. Всего хорошего.